Наташенька, большое спасибо вам за вашу консультацию. Я получила ряд подсказок, которые меня, ну, в общем-то, интересовали, да, и подсказки были полноценные, потому что мы как бы сошли с вами во мнении. И я считаю, что это очень продуктивная работа была, помогли разобраться. Сейчас получила домашнее задание, буду работать и буду работать в дальнейшем с вами. Наташа, спасибо вам огромное, действительно очень сильно помогли, ну толчок такой. Вот единственное, что я почувствовала, толчок. И сразу, знаете, такое, как бы, картинка уже в голове образовалась, как бы, что нужно сделать, систематизировать. Вот это единственное, что вы мне дали возможность, да, как бы вот этого толчка, систематизировать, нет системы. Вот. И я думаю, что вот с помощью вот этой систематизации, которую мы с вами обоюдно сделаем, вы мне поможете, все получится. Спасибо вам огромное.